Почти единственное, что я видел, казалось бы, аналоги есть, когда человеческая живая воля выдвигает камень внутрь себя. Это не просто какой-то рельеф или выбранный, то есть вот бывает кава. Ну, кава это самое по-итальянски, это терриконы, где, да, то есть там, где ты вынимаешь камень из скалы. Можно вынимать сколько угодно. Как это называется по-русски, вспомните. Ну, где добывает камень, как это называется место? Ну и так. А это не каменоломня. Это именно воля человека, вдвинутый сам в себя камень. Это очень интересно, что если вспомнить, что этому камню много миллионов лет, и он вдвинут человеком, на самом деле это и есть то самое удивительное, на чем надо как-то... Это каждый почувствует, особенно ничего не знающий человек. Он туда приезжает, и он начинает от того, что ничего не знает, он с собой еще не несет никаких тяжелых грешных фрагментов, а находится в состоянии свободы. И пока он свободен, ну как, я не знаю, как Буратино, да, он начинает вдруг чувствовать вот это вот время не как археологическое, а как энергия, которая заряжает свободой сквозь все эти самые века. Вот это интересно. Гигант вырублен сверху, вы знаете. Сверху. Да я все знаю, я же тебе рассказал уже. Конечно. Но то, что да. я сказал, это, да, по-моему, спасибо. Очень важно. Конечно. Ну что, прощаемся, Александр, да, спасибо вам большое. Вам.